Душевая. Душевая. Мёрфи обожает душевые. Так, сохранение, отлично. Где-то поблизости враг. Где-то кого-то Мёрфи, похоже, убил. В свое время. Куда он скинул нож? Это что такое? Полицейский значок. Что он тут делает? How's it going, Murph? Дела, Мерф. Heard you're gonna be leaving us soon. Слышал, ты нас скоро покидаешь? You weren't thinking of leaving before you paid back my favor, were you? Ты же не хотел уехать, не закончив с нашими делами. Кто там? Это не к добру. Это кто такой? Ой, только не ты опять, а. От себя не убежишь, Мёрфи? Тихо. Я не знаю, куда я бегу. Давай, 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 пошел. Ай, блин, куда ты бежишь? Подожди. Аккуратнее надо. Ой-ой-ой, нет, только не в ту сторону. Куда я бегу? Вообще не представляю. Нет, 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 не лезь. Не лезь. Ох, блин. А, в эту сторону не бьет. Так. Раз, два. Раз, пошел. Это бьет два раза. Раз, два, пошел. Раз, два, три, четыре, пять. Так, хорошо, подождем чуть-чуть. Раз, два, три, четыре, пять. Пошли.
А ты? Ты не бьешь, что ли? Пошел, 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 пошел. Так, ладно. Мы едем вниз, я так понимаю. Как там перезаряжать-то? Хорошо. Ой, тихо, тихо. Да блин, да блин. Ой, только не ты, блин. Сейчас еще Петрович подойдет. Все, я сейчас с вами уже закончу, ребят. Так, мне что, туда идти, что ли? Пойдем. Хорошо. Аптечек нет. Есть одна. Ладно. Можно двигать. Так, хорошо, что дальше? Еще что ли? Может, хватит, ребят? Так, ладно, валим. Ой, ты бросил его, что ли? Не надо бросать, пожалуйста. Так. Что-то я не совсем понимаю, что происходит, честно говоря. Вернее, более правильно было бы сказать, я вообще не понимаю, что происходит. Потому что что-то как-то уже совсем бред пошел. Я не люблю такого рода вот хорроры, когда какой-то, блин, сюрреализм. Мне больше нравится... Не знаю. Зависит тоже от игры. В том же Cryofear это доставлял, а тут что-то как-то вот это не внушает, честно говоря. Скорее странно, чем страшно. Так, ладно. Принеси. Это куда я попал?
Тихо, спокойно, ребятки. Падать еще далековато вниз. Эу! Ладно. Так, R2. Такое у нас уже было в начале игры, да? Давай, братюнь, пошел, пошел. Блин, у тебя руки сильные, я знаю, давай подтягивайся. Хотя я после такой прогулки, честно говоря, просто вот не в силах был бы подняться. Так, оружия у меня опять нет, отлично. Зачем я экономил патроны? Зачем мне их, сука, давали? Это что такое, бляха, муха? Ну хорошо. Я вообще уже не понимаю, что происходит. Кто-то ходит вверх ногами подо мной. А здесь они мне ничего не смогут сделать. Потому что вот эти два паренька, они меня быстро разберут. В момент, как говорится. Верно говорит, засранцы. Назад. Так, подожди. И что это мне дает? А мне, видимо, что-то там нужно включить сначала. Ой, я сейчас с ними окажусь. Ну, давай, давай, включайся. Почему ты не хочешь включаться, ну? Ой, блин, давайте-ка по новой лучше туда, там более как-то спокойно. Так, что мне делать с этими ребятами? Мне нужно их вот сюда заманить, сверху на них опустить решетки. Но как мне это сделать? Очередной пазл, похоже. Нас тут ждет. Ну-ка, это что? Ага. Понятно. Надо по-быстрому, короче говоря, действовать. Так, ну-ка назад. Один готов. Второй. Собственно, тоже. Что бы это могло значить? Так, это, наверное, с той стороны нужно брать, да? Это, конечно, не тот бред, который был в конце Сирен Блуд Курс, но тоже, по-моему, очень странно. Так. Добрый день. Как поживаете?
Выход, похоже, с той стороны. Ладно. Понял. А я тут не пройду, наверное, да? А, ну нет, пройду. Просто. Так, ничего, прыгать? А, ну, я понял, я все не привыкну, что здесь пол какой-то непонятный. Мы можем переместиться вверх тормашками. Давайте сначала посмотрим, что у нас здесь. Вверх тормашками у нас выход, а здесь у нас выхода нет. Может, это самое главное, поэтому нам нужно перевернуться. Ладно. Фонаря у меня нет, поэтому я не могу сказать, что у нас тут находится. Ну, вроде как ничего. Не, ну мне кто-нибудь может сказать, что последние пару серий происходит вообще? Я вообще не понимаю, что это такое? Ага. Нужно лучше света держаться, похоже. Или как? Так, они ко мне сюда попасть не могут никак? Видимо, нет. А я к ним спуститься? Давайте-ка мы посветим сначала к себе туда. Дай-ка уйди отсюда. Вот так пусть будет. Если сейчас там кто-то внутри, конечно, то... Нет, внутри вроде никого нет. Ага. Понял. Так, уважаемый, ну-ка вышел. Вышел. Блин, а как его спустить, интересно? Ладно, с одним-то я уже, думаю, справлюсь. Так, а камера... Блин, фонарик-то не поворачивается у нас больше, оказывается. Так, ну ладно тогда.
Вы тогда свалите вот сюда куда-нибудь, пожалуйста. Да блин. Давай, не тупи, выходи. Попробуем. То что ж ты какой непослушный-то, а? Вот так вот. Хорошо. Теперь ты уходи. Блин, братюнь, ну давай ты что-нибудь делай уже. Сейчас стены начнут... Да блин, вы как... Я не знаю. Вас в руках не удержишь. Ну пусть пока будет вот так, ладно. А уж с одним-то, я думаю, мы справимся. Хотя тоже не факт. Потому что они сильные собаки. У нас есть что-нибудь, чем можно было бы тебя заколупать. О, пикап. Вот хотя бы этим. Давай, дорогой. Скотина. Глушанул меня по ушам. Ну, давай, сделай что-нибудь. Спокойно, без нервов, дорогой. Ничего. Все там будем. Хорошо. Так, что это нам дает? Ты еще живой, что ли? Нет. Что это нам тогда? Нам тогда вот что это дает. С другой стороны, возможно, они смогут сейчас ко мне пробраться как-то. Ну, вроде бы не должны пока. А тут что? Здесь вообще ничего похоже. Пока, по крайней мере. Возможно, в будущем что-то будет. Ладно, поднимаемся. Так, поднимаемся. Хорош. Так, теперь нам нужно вас отогнать от... Давайте-ка мы для начала посветим вот на эту дверь. Подожди, ты еще и с перебоями работаешь, что ли? Вас нужно загнать внутрь, я так понимаю. Давай, двигай. Блин, это фонарь. Да, это, похоже, будет невероятно сложно, потому что он больше выключен, чем включен. Идите, пожалуйста, идите, идите. Ну, блин, не идите обратно, но... Так, давай ты тоже иди сюда. Пошли. И назад идут. Ну, что ж это такое? Давай, давай, пошел, 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 пошел. Давай, двигай, двигай, двигай. Тихо, 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 дорогой, не выходи пока. Хорош. Вот так пусть подсвечивает. И сейчас опять выйдет, смотри, ну. Что ж вы за уроды? Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Все, хорошо. Блин, мне бы, конечно, фонарик. Тут вообще ничего не видно, кроме этих экранчиков. Я так на ощупь по большей части пробираюсь.
Ну. Зачем ты бросил? Никто тебя не просил это бросать. Да. Если бы они тут были тут, это явно было бы намного сложнее. Хорош. Как тут все плохо, а? Понял. Ой, блин, опять пик. На твою ж дивизию. Как все вовремя. Давай, пошел. Спокойно. Все у нас получится. Да, бляха. Ну да. Давай, пошел. А! Муха, давай! Давай! А, блин, уроды! Ну что ж вы делаете со мной? Куда-нибудь, блин, только отсюда. Ох, твою ж дивизию. Это было странно. Я не все правильно понимаю. Сюда я уже ничего не могу положить. Гостеприимно, ничего не скажешь. Судя по тому, что мне дали одну. Куда я попал? Что это такое? Ну да, не помогло. Тихо. Так, нужно разобраться теперь, что с этим делать совсем. Понял, простите. Так, видимо, сначала тебя нужно раскоцать.
Как то? Попадет, не попадет? Попадет. Praise the sun. Так, поехали вниз. Давайте маленько повредим конструкцию. Ладно. Ну давай, ну. Готово. Цак. Замечательно. Я обожаю атаки, от которых невозможно увернуться, но при этом они сносят половину жизни. Это, по-моему, отнюдь не признак дурного вкуса. Это, по-моему, просто очень крутой геймплейный такой момент. Хорошо. Давай подсветим тебя. Возьмем пока, чем богаты. Отлично. Вторая. Супер. Сейчас еще и молнии будут по нам бить. А то больно легко все, верно? Спасибо. Спасибо. Теперь аккуратно нужно продвигаться вперед. Всех по возможности стараться убивать. Вот, скажем, тебя в частности. Да, выходи. Молодца. Батя говорит. Молодца. Хорош. Далее. Да, блин, ну что ж такое? Так, топерч. С спины никто не идет. Блин, я забываю, что у меня вот эта кнопка есть специально под эти дела. Давай, выпускай свою мартышку. Да стреляй, ну мать твою, ну! Ой, эта игра. Ох, эта игра. Ну уж эта игра. Что произошло опять? Что опять произошло с вами, а? Аптечек у меня нет, похоже. Ладно. Сколько у меня патронов? Ой, только не ты, ну. Ну откуда ты, мать твою? Ну только я подлечился, а. Ну давай, ну. Офигеть, как удобно в тебя целиться, ну мать же ты. Перемать, ну. Ах, ну. Ой, твою ж дивизию. Давай, хватай. Отца. Давай, неужто мы дойдем наконец-то до этого места? Так, все, ну... Ладно, спасибо. Я тоже вам очень рад. Спасибо, я очень благодарен. Давай быстрее, бляха. Давай, давай, давай. Ах, блин, ну... Так, нравится? Так, тут у нас аптечка, это хорошо.
Давай маленько попортим тебе здоровье. Удар. Меня обязательно нужно ударить. А то еще увернусь. Так, теперь ты. Последний, я надеюсь. Хорош. Давай быстрее, пока он не оклемался. Давай, давай, да, давай, пошел. Так. Ах, еще током шарашишь, что ли? Да как так, ну? Че мне-то делать? Давай, пошел, пошел, пошел. Да бляха, ну. Понял, надо еще раз. Давай, дорогой. Так, пошел, 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 пошел. Быстрее, давай, 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 давай. Фу, готово, нет. Видимо, таки все. Как ты мог? Что? Он был хорошим человеком. Хорошим. О чем ты говоришь? Эта штука пыталась убить меня. Это не человек, это монстр. О, это Фрэнк, похоже. Нет. Не так должно было все произойти. Это не то, что я, не то, на что я соглашался. Мерфи, это ты? Офицер Колридж? Господи, как я рад тебя видеть. Кошмар, как это творится. Я так и думал, что ты будешь достаточно умен, чтобы держаться от этого подальше. Ты что здесь делаешь? Сейла сказал мне, чтобы я с ним здесь встретился. Ты его не видел? На рацию тоже не отвечает. Ты в порядке, Мёрф? Не особо хорошо выглядишь. Что у тебя там? Что происходит, Мёрфи? Это не то, на что я подписывался. О чем ты говоришь? На что подписывался? Скажи ему, Мёрф. Что происходит здесь, Сьюэлл? Почему ты на раз не отвечал? Надо было рот закрытым держать, Фрэнк. Теперь мой друг Мёрфи заткнет его. Мёрфи не делает. Давай, Мёрфи. Давай, говорит, соглашение свое выполняй. Делай. Нет. Знаешь, он был хорошим человеком, мой отец. Неважно, кто бы ты ни был, он ко всем относился с уважением. Семья, друзья, заключенные даже. Всегда смотрел на позитивную сторону людей. Я хочу быть как он. Ты не понимаешь. Твой отец ко мне относился как к своему, я бы никогда...
После того, что ты с ним сделал, он целые годы провел в коляске, как овощ. Этот прекрасный человек срался и ссался сам на себе. День за днем. Каждый раз, когда я на нее смотрела, знаешь, что я видела? Послушай меня. Я видела монстра. Я видела тебя. Успокойся и дай расскажи, что произошло. Знаешь, сколько мне пришлось проделать усилий, чтобы попасть в ту службу перевозки заключенных, и чтобы ты попал в мою смену. Тебе не обязательно это делать. Мой отец был хорошим человеком. Он не верил в месть. Но я верю. Что? Это что за... Ну прости, девочка, хана тебе. Ты заплатишь за то, что ты сделал. Ты уверена? Я не на это рассчитывал в качестве концовки, но это, по крайней мере, у меня челюсть отвисла. Да нет, я не отойду от тебя. Жаль, я бегать не могу. Я так неизбежно иду к тебе. Отойди от меня, говорит. Вот так вот, ну наконец-то вы получите то, что я давно хотел вам дать. Ох, хорошо. Блин, это натурально отдушина после всех тех корявых боев, которые были в последних сериях трех. Да бесполезно стрелять, дорогая. Я, правда, не понимаю, что происходит, но... Ну как можно тут... Возможно, ее можно было не убивать, но как это так не убивать ее? Она же нас стреляет в конце-то концов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, возможно ли другая концовка добрая. Пощадить. Я не сделаю это. Я так и думал, что ты это скажешь. Да ты жалок. Что насчет Напира? Этот парень убил твоего ребенка. А он и Напира, похоже, не избил. Похоже, обоих уработал Сивил. Теперь мне, говорит, придется самому все это сделать. Об одной услуге тебя просил. Мерфи, беги. И вот моя благодарность. Руки поднял. Я снова не буду тебе повторять. Сивил здесь. У нас здесь офицер жаден. Душевой. Ты не можешь это сделать. Я уже сделал. А, я и не делал. Как ты думаешь, кто воткнул в него эту заточку? Надо было просто выполнить свою часть сделки. Убийцы полицейских здесь долго не живут. Прости, Фрэнк. Такой уж ты козел, Мерфи, оказывается. Это был не ты. Это была моя вина, что он погиб. Пендлтон. Мне так жаль. Я прощаю тебя.
Неужели город их выпустил? Мы свободны? Да, думаю, мы свободны. Поисковая команда выехала на поиски автобуса. Мне нужно идти. Я думаю, тебе лучше убираться отсюда. Подожди. Куда ты направишься? Есть место, где мне нужно быть. Мерфи, подожди. Thank you. Спасибо. For what? За что? The truth. За правду. Here so soon, sweetheart. Ты чё так рано вернулась, дорогуша? Can't get enough of the place. На место не можешь насмотреться. The hell's this? Это что такое? You used to work with my father. Ты с моим отцом работал? Фрэнк Колридж. Фрэнк Колридж. Yeah. Да. So? И что? We need to talk. Надо поговорить. И на этом, ребята, Silent Hill Downpour заканчивается. Что я могу сказать по игре? Она мне очень понравилась. Несмотря на всю свою корявость, это была прекрасная игра, мне очень понравилось ее проходить. То есть интерес практически никогда не спадал, всегда были довольно-таки интересные события. При этом сразу хочу сказать, что вот то, что творилось в конце последней серии 3, мне совершенно не понравилось. Было настолько скучно и коряво, что натурально вызывало только раздражение. Поэтому назвать эту игру крайне хорошей я не могу. Она, ну, неплохая просто игра. Как продолжатель дела Silent Hill, игра вообще никакущая, как отдельный хоррор, игра вполне себе очень даже. При этом она, в отличие от того же Homecoming, следует канонам, и очень многое здесь сделано правильно. В целом игра, повторюсь, понравилась. Надеюсь, вам также это прохождение было не очень продолжительным, потому что, несмотря на свой открытый мир и кучу разнообразных мест, куда можно пойти, в итоге все равно довольно-таки... Небогата она на события, то есть очень короткая. Но как бы там ни было, я со своей стороны хочу в первый раз за долгое время поставить игре оценку, то есть сразу выразить свое мнение. Вот самый лучший образ, по-моему, это как раз-таки выставить оценку. Вот данная игра заслуживает 7 из 10. То есть очень многое в ней сделано из рук вон плохо, но все равно концовка, сюжет, атмосфера во многих местах. Это было круто. Спасибо за просмотр. На этом я закончу. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.